Доброе утро. Сегодня мы приготовим микс-салат с пармской ветчиной, грушей и мятным соусом песто. Для этого нам понадобится микс-салат, мятный соус песто, помидоры черри, груша, пармская ветчина. Для этого мы на тарелку подготовленный уже наш соус, мятный соус песто. Он сделан из мяты, сока лимона, оливкового масла и сахара. Для этого мы сначала на нашу тарелку нальем немного нашего соуса песто. Сверху положим микс-салат. Выложим слайсы пармской ветчины. Помидор черри разрезаем на четвертины. Выкладываем его тоже на салат. Даже добавляем уже подготовленную грушу. Добавляем дольку апельсина. Все это еще раз заправляем нашим соусом песто. Украшаем мятой. И добавим еще пару капель бальзамического уксуса выпаренного. Все, наш салат готов. Всем приятного аппетита!